задачу пишет он. Значит, 4 минуты, 3 минуты. Сейчас процесс выглядит вот так. Опять там намотался белый пластик из левого сопла. Что-то где-то не так работает. Вот что на чистилке у нас. На этой чистилке все чисто. Видно на просвет. Здесь тоже видно на просвет, но все равно. Не видно, как ниточки белые налипают, то есть падают, остаются на детальке. Вот зацепила и повезла соплом. Все, задача закончена. Вот так это выглядит. Какая-то ниточка в районе тройки слева. Не так, то ли слойно, то ли что. В общем, такая вот история. Деление написано, что все должны быть видны. Деления, в общем-то, видны. Вот мы будем снимать стекло. Так, что у нас на соплах? На соплах. Правое не видно, левое немножко в белом пластике.